удары. Анализ мочи проезжай. Анализ мочи проезжай. Темная жижа. Темненькая жижа. Жижа. Из жижи выпадает жижа. Да ладно, да иди ты.
ところで終わりだと。Что там? Жижа. Какая красота. Опа. Свой первый раз не победить. Первый раз он не побеждается, видимо. Побеждается. А лично Хоуп его будет побеждать. Да, можно. Лайтнинг, подними, пожалуйста, фан. Заканчивай хоп с ним. Ah!
Опа. でっかいのを手なずけたもんだ。召喚獣は死によって人を救うんだと思ってました。けど、頼りない僕たちを叱りに来てくれてたんですね。強がりのお前をだろ。次はちょっとだけ甘えます。言ったでしょ。グランパルスではみんなが家族。 嫌がったってずっと一緒だよ。地獄の果てでもな。ここは地獄じゃねえっつうの。覚悟は決まったな。何も変わらないかもしれない。 また壁にぶつかるかもしれない。でも道が終わるところまで行ってみよう。数百年ぶりの故郷と見失いそうになった光を求めて私たちの最後の旅が始まったんだ。 行きましょう。この石碑知っているのか。死骸の一種っつうか慣れの果てだな。死骸だと。大丈夫、もう何もできないから。 使命を果たせなかったルシは死骸になって荒野をさまよう。死骸はやがて力尽き石へと返事。でもね、こんな風になってもまだ使命を忘れられずにいるんだよ。ルシに語りかけるんだ。代わりに使命を果たしてくれって。果たせぬ無念を抱えてるってか。浮かばれねえな。なあ、 こいつの頼みを聞いてやろうぜ。一言とは思えねえよ。俺らも死骸になっちまったらこうなるかもしれないんだ。なんで後ろ向きだな。らしくねえぞ。人のために一肌脱ごうってところはスノーらしいさ。 Остатки потерпевших неудачу ЛС. Ага. Понятно. Вот оно в чем дело было. В этом смысле. Это еще что? С какого перепуга у нас поп уже главный стал? Батерсинергист. Ралагер. А он еще и не медик, а было бы неплохо, кстати. Ему вкачать медика, чтобы собрать его.
Пойдемте-ка немедленно сохранимся. Help. Диверсант. А он синергист. Эктопудинг. Где же? Ага. Там живет эктопудинг. Добро пожаловать на Гранд Пульс. Эктопудинг. И все такое. Конец 10-й части.